Нескольких предметов коснулся новинки единого государственного экзамена. В русском языке выпускникам предстоит решить 26 заданий, а не 25, как это было раньше. Также добавилось одно новое задание на знание лексических норм, которое проверяет умение находить в предложении речевую ошибку и исправлять ее. В таких предметах, как физика, обществознание и химия, также дополнили один пункт теста. Но основные перемены коснулись литературы. На экзамене не будет заданий с кратким ответом. Теперь на все вопросы предстоит отвечать развернуто. Ужесточились и требования к объему сочинения. Если раньше было достаточно 200 слов, то в новой модели уже 250. Если в работе будет менее нормы, она будет оценена в 0 баллов. Демо-версии уже давным-давно размещены на официальном сайте ФИПИ. Ребята с ними ознакомлены наверняка. Учителя уже осуществляют соответствующую подготовку. Первый экзамен по географии и информатике около 900 выпускников начнут сдавать 28 мая. Как и в прошлом году, в перечне 12 предметов, 2 обязательных – русский язык и математика, и 10 профильных на выбор для поступления в ВУЗ.